«Мы с Ваней друзья», – призналась мама Клавдии Безверховой в фиктивной ссоре с Барзиковым. «Не верьте глазам своим, особенно если вы смотрите эфиры «Дома-2». Такой вывод можно сделать из откровенного признания мамы Клавдии Безверховой о ее ссоре и конфликте с Иваном Барзиковым. «Мы с Ваней друзья», – призналась бабушка Натальи Безверхова в фиктивном скандале с Ваней Барзиковым. Затеяли свару ради того, чтобы можно было что-то зрителям показать. Или озвучили мнения друг о друге, которые совпадают с тем, что пишут в блогосфере об этих участниках реалити-шоу. Ведь Барзикова давно уже считают грубым и агрессивным пастухом, послушного его указаниям коллектива. А в собственной легкодоступности и бабушка Наташа, и ее дочь Клава Безверхова не раз сами признавались. Следует ли выгонять только за фиктивные отношения с телестройки? Или за постановочные конфликты и скандалы тоже участников наказывать надо, ведь возникает мысль, что им премии обещают за актерское мастерство.